Всем привет, с вами канал «Все для всем, все для огорода». Не всем, а всем. Все для огорода. Вот, здесь ремонтантная малина, смотрите, какая красненькая. Вот, ее можно уже кушать. Вот, сейчас мы ее схамаем. Вот, она цветет летом и цветет у нас позднюю осень. То есть в сентябре вот такие плоды. Вот. Так, сейчас еще здесь у нас, вот еще кустик один. Вот хочу посадить, то есть выкопать хочу весной ямку. И как бы все вот эти, здесь у меня 6 этих вот кустиков посадить в один ряд. А то они как-то разбрелись, все подружки по парам разбрелись по амбарам. Только я в этот вечер к милой в баню пойду. Вот, собираем. Видите, урожай небольшой в этом году. Практически ничего не было. Ни малины, ни смородины практически не было. Вот, малинка такая на 19 сентября 2020 года. С вами канал «Все для огорода». Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока-пока.